Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если любишь играть в игры! Всем здорова, ребятки, с вами по-прежнему Верфони и Егорыч, и добро пожаловать в угарную игрушку под названием Who is your daddy? Всем хай, дорогие друзья! Всем хеллоу, ребята! Ну что ж, ребятки, мы продолжаем играть в угарную игрушку и узнавать, кто же наш папочка. И в игре выходит обновление. Нам привезли новый предмет. И этот предмет, ребята, камера видеонаблюдения. Смотрите, как он работает. Я беру в руки себе вот такой планшет. Камеру берет какой-нибудь ребенок. Вот давайте, возьмите, пацаны, кто-нибудь. Нау, вот вам камеру. Бери, брата Боба. Я включаю, друзья, камеру и вижу. Я вижу все на планшете, что делают малые. Посмотрите, они бегут, они ходят. Вот, Егорыч, попрыгай, побегай. Во, я все вижу, ребят. То есть мы можем подглядывать за детьми. А также, друзья, дети могут подглядывать за папой и смотреть на грязные делишки, кто чем занят. Это, конечно, мега угарно. И вроде как что-то еще добавили. Егорыч схавал камеру. А что, видно там внутренность? А хотите прикол? Нет, я теперь ничего не вижу. И хотите более того? А. Я не могу убрать планшет из рук из-за этого. Я вообще залагал. Где ты? У меня просто находишься на крыше. Я на чердаке, друзья. Мы играем в экспериментальную версию. Видать, баги подвезли. Что происходит, я не понимаю. Ну, в общем, друзья, вот такая камера. Ладненько. Ну что ж, ребятки, все, мы начинаем нашу игру. Андрюха у нас первый папочка. Давай сразу заберем у него камеру, Егор, чтобы он ничего не знал. Планшет. Блин, не успели. А я хотел подглядывать за папой в душе, установить камеру наблюдения и смотреть, как папа моется. А зачем тебе за этим смотреть? А чтобы потом, блин, всем рассказывать, что папа дурачок, мочалку не моется и воняет. Ой, я взял камеру. Так, теперь только ее не хавай, Егорыч, просто бегаем, давай, побежали, короче, от бати. Так, ну давайте, тут посижу, телевизор посмотрю, а вы тут походите, получайте мир. А слышь, батя, а если мы сейчас с Егорычем просто умрем, да и все, да, братуха? Да. Так, а где вейп? Я сейчас пойду и буду... О, Егорыч, давай вейп возьмем. А где он, где он? А вот, сверху вейпик, сейчас повейпим. Куда полез? Ну-ка, иди сюда! Что? А что? Ну, экран в чем-то черный. Ну да, это мы разбили вот эту штуку, это такая термоядерная реакция. Сейчас я возьму вейп. Он украл вейп! Батя! О, теперь я затянусь. Батя забрал вейп, посмотри, что у меня есть! А что это? Удар меня, удар меня. Электрошокер! Не понял, это что такое? Это новый предмет, друзья, дай-ка я его заберу его. Ребята, тут еще и электрошокер нам подвезли. Нифига, ты видел, как я... Опа, Егорыч, я могу тоже. Блин, нифига, дергаюсь. Дергается. Нифига, друзья, вот это электрошокер. Давай, бать, что, как оно, нормально? Залепило. Не, вырубили батю, друзья. Слушайте, но добавили реально, походу, много прикольных предметов. Сейчас, может быть, еще что-нибудь найдем. Так что ставьте лайкусик за Who is your daddy. Это просто пушка. О, Егорыч, на тебе одну такую. Бери. Давай. И сейчас погнали бить его. Пойдем. Погнали вдвоем, так, Егорыч. Так, у меня камера не работает. Что вы с ней сделали? А, но камеру сломали, выкинули. Гаси его, Егор. Дайте мне встать. Давай, не давай ему покоя. Погнали, Абобус. У вас папа Шрек теперь. И что, ничего страшного. Мы тебе не дадим встать, бать. Давай, давай. Гаси его. Гаси его, максималити. Давай, давай. Если вы не убьете, он самим надо умирать. Вы что, правила игры забыли? Он подлетел. Так, а мы по-другому выиграем, да? Мы сейчас его убьем, да и все. Ай, не догоните! В смысле, мы можем кидаться, если что, молотком. Все, все, давай удачи, братан. Егорыч, пойдем. А где он, пацаны? А он вышел на улицу. Пойдем за ним. Пойдем, пойдем. Что ты там, малой? Куда собрался? Кто малой? Я где он? Он на газонокосилке, Егорыч! Ну-ка сюда, быстро! Нифига себе! Нифига, он прям переехал! Вот это да! Так, Егорыч, ты где? Садись! Братуха, садись быстрее! Давай! Погнали! Я тебе не брат, потому что ты, Дима, приемный. В смысле? Мы братики, да, Егорыч? Ну да. Мы два брата-акробата, мы даже похожи. Он Абоба, я Абиба. Ну, все нормально. Так, давай, давай. Он сзади едет на газонокосилку. Да я вижу, я от него уезжаю, блин. От Шрека не уйдешь, Шрек это любовь. Сваливаем. Да, конечно. Так, Егорыч, пристегнул ремни? Да, да, да. Так, сейчас будет смертельный трюк, Егорыч, готовься. Какой трюк? А, он не там! О, нифига себе. Засосало. А я взял машину. Давай, садись, 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 едь ко мне, вот он я. Бери меня. Бери. Абоба. Садись, садись. Поехали, прыгай на батут, прыгай на батут. Едь, прыгай на батут. Прыгай сейчас! Вы не пройдете! Куда? Нифига себе! Ну вот такие технологии, блин!
Ай! Я вылетел! Погнали в хату умирать, Егорыч! Еду, еду. По-тихому, по-тихому, сейчас сдохнем, батя нас не остановит! Идите сюда, бобусы, оботусы! Ну ты, конечно, обуглившийся гонщик. А погнали прямо в машине, заедем? В этот, в бассейн? Ну давайте, в хату, ну заезжай, 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 давай, а я тебе сейчас дверь открою. А ты прыгай, прыгай, потому что там порог. Давай, заезжай! Ай, нет, опрокинули! Нифига, батя через забор полетел угарно, ё-моё. Вот это прикол, а можно как-то зарядить, блин, дрель? Так, я тебя вижу. Тут батарейки, можно как-то использовать, блин. Что это там использует? Вот собрался? Я на машине заехал. Ну да, я знаю, Егорыч, мы так делали. Это прикольно. Так, а что, блин? Может, что еще, ребят, добавили такого интересного, чем батю можно зафигарить, блин? Не зафигарите меня, потому что у меня электрошок. Ну, я его не знаю, как его зарядить. Валим от него. Так, бать, подскажи. А? Слышь, который часик? Подскажи. Без пяти полпятого. А, 5:50. Хорош, Егорыч, хорош. Молодец, так держать. Ну все, чё? Иди сюда, бобус маленький. Ловушку не поставили, да, батю ванную? Или поставил, Егорыч? Поставил. Ну, да. Все, потом будет батя мыться, друзья. Мы вам фотки пришлем, блин. Грязнули. Нет, батяня. А вот куда камеру делали? Чё? А ты в курсе, что у тебя сын умирает? Ну? В смысле, какой? Все, умираем, Егорыч. Умираем. Давай. У вас не получится умереть. Давай, умираем. Бери бензин, сейчас будем поджигать хату. Я бегу к нему. Давай, а где бензин? Какие-то вы маленькие, у вас что-то не получается. Короче, все, Егорыч, хавай опилки, осколки, хавай все. Хавай, братуха, быстрее, собирай. А все, просто наешь, Ми, просто хавай все, просто наешь, просто все. Так, я на вас пописал случайно, ничего страшного. Поджигайте хату, хавай наешь, только не банан, банан тебя спасет, Егорыч. Я заразился слегка. Гори, Егорыч, обратно заходи и хавай. Пожалуйста, зайди в огонь и хавай осколки. Я у вас 18 секунд. Я вас сейчас спасу, сюда, дети мои. Я умер, хавай. Хавай, нае. Ем. Ешь меня. Ты теперь стал его братом. Еееее. О, я умер. Да смысле. Мы выиграли или нет? Да, наверное. Я понять не могу. А, мы победили, ребята. В самый последний момент, как обычно, доли секунды. Но мы затащили. Повезло. Ну шо, братан, здорово, наконец-таки у меня настоящий брат появился. Вот они, родные братья. Так, я сейчас это, камеру поставлю тогда в туалет, чтобы посмотреть, как вы там писаете, на. А что ты, приемный. Я приемный папа? Не понял, куда пошли, блин, а? Пошли наводить суету, Егорыч. Вы куда камеру понесли? Вы что, хотите камеру поставить и подглядывать за мной? Нет, я планшет закину, он туда не достанет. Смотри, как встал планшет. Вот это челлендж, айсбакет, блин. Опа, упал. Нифига ты айсбакет. Сейчас, я его туда вот все закину, вот так. Микроволновку, плохая идея, папочка. Все, нормально, пускай так и будет. Так, а где электрошокер? Я сейчас вас за электрошокерю, да, и все. Ты должен за нами следить, папочка, ты слишком плохо работаешь. В смысле? Я работаю на 100%. Кто там планшет уже взял? Что вы подглядывать хотите? Куда там? Положи свои руки, блин, а? Так, давай, координируй мои действия. А куда ты забрал мою камеру? А, камеру, эй, забери. Я, кстати, камеру не трогал, малой. А куда она делась? Или я ее съел, блин? Ты, походу, съел камеру, малой. Димасик. Ну? Что? Не понял? Опа! Сейчас я тебе этот мяч, блин, прям в нос засуну. На тебе кепчика! Слышь, Андрюха, хочешь покушать? Погоди. Да я уж поел. Не-не, вкусной еды, на. Да, я очень вкусно вон, покушал. Вон, я положил тебе, вон, хавай. Это мое любимое, Егорыч, пацаны, пошли. Я леденец смотри, пошел. Смотри, Егорыч, сейчас Андрюха будет наваливать суету. Егорыч, пошли. Ай, блин, ты меня вырубил. Слышь, ты офигел, малой. Так, куда ты там пошел, Андрюха, я не понял. Я пошел проветриваться, чтобы тут вот слишком машине, сильно не пахло. Что? Ты что не хочешь делать, Андрюха, а? Егорыч, давай за мной! Уличные гонки! А-а-а, он срет! Фу, Шрек! Егорыч, давай, братишка! Я на какашках подскользнулся! Блин, сейчас я встану, Андрюха, ты точно ляжешь, понял? Так я это, сейчас... Садись ко мне, Андрюха. Сам умру, смотри, погоди. Да, сейчас я тебя вылечу, блин. А, тебе не получится. Потому что я встать не могу, блин, а реально, на какулях-то неудобно. Давай, братан, удачи тебе. А, возьми меня быстрее! Дай полечу, погоди. А, все, уезжаем, ага, давай. Сейчас, полечу. У тебя фрукт выпал, папа. Сейчас. Ну шо, давай. А у меня фрукта нету-то, блин. А где твой фрукт? Не знаю, я его потерял.
Блин, на машине... Чё он за нами гонится? Чё ты? А за кем? Мне надо Андрюху вылечить. Он сейчас сдохнет, блин. Чё мне делать? Так я сейчас умру и всё. Я побежу. А у меня, кстати, есть для вас подарок. Идите сюда, подарю. Какой? Иди, иди, хороший. Ну-ка, Егорыч, давай, какой у него подарок? Меня обманул! Я тебя вылечил? Блин. Всё, давай, Егорыч, пока. Спасибо. Отдай тачку. Нет. Вы хотели последить за мной, но у вас не получится. Но у тебя в ноге. Да я видел, Егорыч, я знаю. Егорик, батик, иди сюда. Блин, жалко, нету тазера, блин. Я бы вас сейчас застрелил этим тазером. Да, 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 мы бы тебя сами застрелили. Кстати, мы видим, что ты делаешь. А, вы же подглядываете, ребят. У них же камера видеонаблюдения, я забыл, блин. Да, да, да. Вы же маленькие черти. Кто? Черти. Мы обобысы, ну что давай, братец? Не, не понял, куда вы там у бассейна уже, ребят? Что они там делают, крысяки маленькие? Садись, братан. Это наши братья. Ага, блин. Сейчас, я сейчас, ребят, найду тазер, я уверен. Ну что, давай, поехали. Жесть, присели. Жесть, ребят, жесть. Здоров. Я еду к вам. Вы еще не знали, тогда мы едем к вам. Погоди, гуси. Что у вас происходит, ребята маленькие мои? Ой. Чё? Тону, помогите. Батю вырубили, блин. Кто тонет? Я тону, мама. Ой, я себе круг надел, блин. Теперь ты не утонешь, пап. Зачем мне этот круг? Так, Егорыч. Смотри, сейчас это обобус умрет. А я себя буду... А я тебе дай покажу кое-что. И дай покажу прикол. Не надо. Ай, блин, не попал. Ё-моё. А, закинули. Так, ну вы не умирайте, потому что я вас контролирую. Мама придет, ругаться будет. Какой мамы? Она уже давно ушла, дядя Петя. А чё она вас не надевается? А ты просто промахиваешь. В смысле? Я прям кидаю в яблочко. А, надо ж подойти и вот так надеть, наверное. О! Или что я сделал? Я присел, а ты где, Андрюх? Ты меня зачем надел? А, вот, все, теперь вы будете в аквалангах, как я в этом. Ну все, прыгай, братан, поехали наводить суету. А, я не могу. Тогда слезь. Не можете, да? На, тебе тоже ободок. Куда? Вот так. А почему я в круге спасателя? Ну потому что я тебя надел, чтобы ты не умер, блин. Ты ободок понял? Эй, минута! Минута осталась! А никак, но он по времени. Так, все, я пошел сжигать квартиру. Я навожу волны, суету. Это вообще дичь. Это просто угар, друзья, блин, капец. Пап, я все вижу, что там занимаешься. Смотри, а добавили суперудар, смотри. Бам! Удар меня. Сейчас. Работать! Егорич, в смысле работать? Иди сюда, мы сейчас сдохнем красиво. Нет, вы не умрете. 30 секунд. Андрюха, ты где, кстати? А, попробуй найди. Еще в дробилке. А, не, воду выключаем. Не выключай воду, поганец. Ух, успел. Так, я быстро за вейпом. Туда, куда ты там по лианам, блин? Ты-то куда еще тонешь там? А я сейчас. Ай-яй-яй, ты что хаваешь, блин? Как ты меня вылечил? Егорыч, убирай быстрее, мы сейчас проиграем. Пытаюсь. Мне бы хотя бы Андрюху вылечить, и я выиграю, друзья, все нормально. Ты не вылечишь. В смысле, я не вылечу? Опа! Я выиграл! Блин. Никто не умер! Ребята, все дети выжили. Умер. Ну, Егорыч, это профессионализм папаши! Ну что, детишки, теперь папаня я. Ну и ты попался, папочка, мы тебе покоя не дадим, да, Андрюха? Пошли ставить наши сети камерные. Так, давай, Андрюха, сразу фотоловушки на батю поставим. Как говорится, давай, батёк, отдыхай, блин. Блин, папочка, ну ты, конечно, наконец-то мой настоящий. А, ты чё? Он всё украл, Андрюха, он всё забрал раньше времени. Пацаны, за вами смотрю, возьмите как камеру. А где как камера? Как камера, куда делать? Как камера где? Эй, по-моему, как камера у тебя, на двоечку нажми. У меня её нету. Ага, в руке вон, чё, справа? Так это не камера. Не, а слева? А слева у него что в руках? Нет, не у меня камера, пацаны. Она просто чёрная. На двоечку нажми и кинь. На правую кнопку мыши, а еще кинь вот теперь на двоечку предмет. А, у него нету ничего. Все понятно, мы тебя обманули. Берем планшет, Андрюха. Ай, он украл, блин. Да слышь, и то, говорю, Андрюха, сейчас будем это перекидывать. Вон он улетел. А планшет конец, как ты угла. Вон он, быстрее беги, Андрюха, блин. Да у меня нету скорости. Да у меня тоже. А нету. Нету. Хорошо. Уходим, Андрюха! Через канализацию эту! Нифига себе, я так не могу. Вот так вот, друзья! Конечно, не можешь. Переиграли, конечно, это штука, блин, детишки могут. Это штука мы. Что там? Планшет-то Samsung или Samsung, как там, непонятно, посмотри. Саньонг! Так, бутылочка, смотри, какая-то пустая такая была.
Непонятно, а мы сзади, а мы уже здесь, Егорыч, а мы тут. Я планшет засунул в эту, как ее, стиралку. Короче. Постирай планшет, Андрюха, чтобы он не работал, молодец. Уже. Все правильно, бать, смотри, у тебя мусорка ходит, бать. Ой, а у тебя мусорка ходит, а что за лаги? Я не понял. Где? А что я так передвигался в мусорке странно? Может, это мусорка такая священная? Батя вообще залепила там, Андрюх. Блин, странно, кстати, в мусорке реально фигово сидит теперь. Он меня бананом накормил, друзья. Батя вообще изверг банановый. О, Андрюха, это для нас! Хавай! Давай сделаем опачки! Хавай, Андрюха, хавай! Погоди, он меня зацепил бананами. Так, я жду. Ну что, раз, два, три! Залетели, давай, братишка! Пердёшь! Есть! Ой, блин, мы весь дом сосрали! Ё-моё, Андрюха, это реально весь дом в какашках! Какашечный дом, друзья! Ой, сынуля, сделал по какоколе! А чё я умираю, пацаны? А потому что мы накакали на пол, ты подскальзываешься! Нифига вы изверги! Это просто угарище! Ещё сейчас его и понём, Андрюха, для полностью полного кайпа! И всё, нас больше не будет с тобой! Вот это лютый кайп! Отстань его! Батя вообще, друзья, в шоке. Андрюха, я тоже вообще постоянно ложусь, потому что я в кайфе, блин. Я в кайфе. О, я хоть похавал. Смотри, он почти успел, но ничего не получилось. Че, Андрюха, пора смывать улики. Да, я сразу же подскальзываю. Смываем улики, Андрюха. Давай смываем, он даже не знает, как что-то выключить. Давай, смываем. Егор же не знает, как там все, блин. Давай. Уходим из дома, Андрюх. Затопили улики, уходим. У тебя остался тут прикол. Все, Егорыч, давай, живи в этом доме с водой. Погнали, Андрюх. А мы на улицу пошли суетить. Мы затопили батю. Уходи, уплывай, Андрюх. А что мне делать? А ничего, все, ты проиграл. Все, дело сделано. Нет, неправда. Опа, поехали. Опа. Садись, малой. Он сломал машину, давай. А что ты такой маленький, Андрюх? Ага, теперь я к тебе сел. Он взял тачку. А что ты такой маленький, Андрей? Я не знаю, что со мной. Андрюха уменьшился, а что ты такой реально да маленький? Я упал опять. Я Боба теперь. Андрюха очень маленький стал. Ты как уменьшился? Я не знаю, я батя чем-то накормил, а теперь уменьшился, походу. Ребята, теперь какой-то предмет, возможно, уменьшает. Смотрите, какой Андрюха вообще, как комар. Иди ко мне, посмотри, ты какой прям вообще лилипут. Эй! В смысле? Мой младший брат, что с тобой стало? Батя, ты чем меня накормил, какой фигней, слышь? Чё за фигня, Андрюха? Яблоками обычными. Яблоками? Андрюх, ага. А давай мы просто, это были необычные яблоки, перемолотимся, да и все, блин, погнали. Да я уже пошел туда, ты правильно думаешь, правильно делаешь. Вы чё, вы куда? Мы в дробилку. Егорыч, ну она не убивает, не волнуйся, мы не умрем. Да. Не, я тебе серьезно говорю. Смотри, он что-то пытает, там дергает, мне ничего не получится. Все нормально, Егорыч, я тебе говорю, все хорошо. Вставляй ключик, вставляй. А, в смысле? Ну, вставляй, ну в это, вставляй ключик. Ну, давай. Обязательно. А ты его выкинул? Да не, ну вставь, если не выкинул. Но у меня тоже есть какой-то ключ, может он сработает, братан. Это от машины у тебя. А, он сработал, погнал. Нажимай кнопку, сработал? Он забрал ключ, а куда он делся? Ключа, Егорыч. А он уронил ключ, походу, братан. И, пацаны, я его выкинул. А, ну все, Андрюх, тогда в бассейн. Или, походу, мы уже не успели. Мы, походу, его взял. А ладно, включай. Давай. Давай, на сегодня ничего не будет. Погнали, пацаны. Оно и так работает. А, у меня не работает. Все. Погоди, давай. Походу, лаги. Блин. Да запрыгивай, нормально будет, все нормально. Да нет, не перемалывает. А тебе надо самому ключ нажать. Быстрее нажимай ключ, бери. А вот ключ. Так, ну, вставляй. Сейчас. Вставил. Давай быстрее. Все, работает. Вы не дотягиваетесь. Андрюх, у тебя работает? У меня нет. А, ну я хотя бы... Давай хотя бы ты сдохни. Я умер. Вот это да, ну победил у нас Егорыч, друзья, он впервые играл вместе с нами, и это было круто, вот такое обновление, несколько новых предметов, и еще какие-то предметы изменяют теперь рост, либо мы что-то не так поняли, ну в общем, друзья, это мега круто, подписывайтесь на наши каналы, не забывайте оставлять положительные комментарии, ну а с вами сегодня были Овер, Фони и Егорыч, большое всем спасибо за просмотр, всем хорошего настроения, удачи, не болейте, успехов и пока-пока! Всем амогус, дорогие друзья! Всем бай, пацаны!